Вот смотрите, мы идем с работы. Давайте. И вот гречишное поле как полегло. Это страшно сказать. Это был посев не совсем полный. Потом заново Игорь пересевал. И вот всю ночью повалило. Огромные площади и повалило все. Его нельзя не поднять, такой техники нет. Как уязвим труженик сельского хозяйства. И как надо ценить каждый кусок хлеба, а не бросать. Люди не понимают этого. И вот здесь вот околочек. Ну, как бы маленькая куртинка такая. Это жили единоличные люди. Тут углубление было. Может, какое-то время вода стояла. Вот. А и прямо около самого, здесь со самой воды, жили Кочкины. Очень неблагочестиво жили. Принимали всех шоферов, которые появлялись. И кончили ничем. Все перегорело. Умер кто в раннем возрасте. Вот. Слава Богу. Мы все закончили на Южном пруду. Теперь только бульдозер ждать.